Проблема забора в частном секторе существует у многих. Видите, как наклонился забор. Так с этой стороны еще, когда идешь, не так сильно видно. А если дальше пройти, строили их давно, и улица давит, уровень улиц выше, насыпали земли всего, и вот так вот заваливаются калитки. В окна стоят металлопластиковые, все, но чтобы поменять вот этот забор, хотя бы сделать таким, то 1 метр такого забора — это больше 2000 гривен. И то не гарантия, что этот красный кирпич потом не облупится, как часто бывает. А так, видите, в селах просто. Взял себе столбики, поставил, проволоку натянул, и готовый тебе забор. Свобода, поле, ну и такой вот забор. Белочка прыгает, штахетник поставили. Но тоже для города такое не пойдет. В городе нужно людям вкладываться, чтобы забор сделать. Так у многих такая проблема с заборами. Попробуй старый снести, новый построй. Целая история.